И вот, одно, да? И вот здесь еще вот прям ножевые линии. Вот тут. Угу. Мне позвонил друг, сказал, что его остановили сотрудники полиции и дали ему штраф в связи с тем, что он был без маски на лице. В связи с распространением коронавируса. Но я потом в группе ВКонтакте поделился с людьми как бы этой ситуацией. Как бы, ну и вот и все. Главное управление МВД России по Кемеровской области призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.